Но я надеюсь, что сейчас Патрик Куинсон не успокоится, только будет развивать. А это нужно делать обязательно, потому что хоть иногда он и были, ну, такие незначительные, все равно. Не до конца еще восстановился американский боксер. Неплохой джеб в исполнении Нильсона. Мне уже не верится, что поединок продлится все 12 раундов. Джеттер тут, мне кажется, будет отвечать все больше грязью. Он слишком стандартный боксер, да, может быть, зол по каким-то человеческим законам, но этого недостаточно слева для того, пропускает мощный удар. Этого недостаточно для того, чтобы быть первоклассным боксером. Слева. Это тяжелый нокдаун. Очень тяжелый удар пропустил Джеттер. На средней дистанции. Похоже, все. И не хочет он подниматься. Все закончено. Да. Для хорошая победа для Патрика Нильсона. Ну, понятно, что снова оппозиция оставляла желать лучшего. Но вот теперь и по WBC, наверное, 15 лучших он пробьется. Да. Ну, если это серебряный пояс, если это серебряный, значит, он должен быть третьим, как минимум. Вторым или третьим. Ну, я не знаю, там столько еще поясов впереди. Почетный там есть ли или нету. Золотой там какой-то еще. Ну, наверное, сразу так не ставят высоко, но. Ну как же, если это серебряный пояс, значит, он где-то должен быть. Это не значит, что золотой первый, серебряный второй. Ну вот все запутано, опять же. Ну что ж, хорошая победа Нильсона, не дал он сомниться в своем превосходстве. Боксер-то очень хороший. Другое дело, он также не форсирует события, нет большой агрессии, но он очень техничен, хороший и точен. Главное точен, что он нацелен на противника, видит очень хорошо. Вот в этой комбинации сейчас мы увидим. Один удар в грудь был очень мощный. Вот этот удар был в висок. Вот этот, подбородок. Подбородок и понеслась. Вот подбородок, второй удар, и там уже опирался на противника. Ну, у Джеттера просто выносливости нету сейчас. Да. Голова моталась из стороны в сторону. В общем, Джеттеру пора заканчивать спортивной карьерой и переходить Сергей, к промоутеру. Он, все-таки боксер, я думаю, он не сыграл. То есть, на самом деле, он был в нокауте, но это был больше не потеря сознания, а болевой шок. Он, видно было его гримасу, каким